Я, наверное, был бы на гастролях в этот день. Скорее всего. У меня, может быть, и есть желание побеседовать с Владимиром Владимировичем Путиным, но я думаю, что правильнее было бы мне задать те вопросы, которые есть у меня к нему, ну, не знаю, в более приятельской, что ли, более интимной обстановке, вот, а не как официально обставленная встреча работников культуры, рок-музыкантов там и так далее, и так далее, и так далее, вот. Я думаю, что у меня нашлись бы к нему вопросы, но все-таки тет-а-тет, и они были бы более, они бы касались того, как он себя чувствует. Скорее. 1tvnet.ru. Смотрю, что хочу.